Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем награды, быренько. Так, в магазин, само собой, тут открываем колоду тайную, в которой нам выпадает змейка-вьюн. Допустим. Так, пройдите серию испытаний. Побежали. Побежали, мы ее быстренько сейчас пробежим. Возьму, наверное, Лео, Бакстера, Армагона. Так, Донни, подожди. И, наверное, вот Кужеглоу вместе с Крэнгом. Так, у нас сегодня что, друзья? Воскресенье, да? Вряд ли я, конечно, смогу попасть в лигу мастеров 3 звезды. Это исключено. Потому что вчера я, ну, скажу честно, не играл. Не играл, ребят, потому что был занят делами. Вот, и как бы не было у меня времени появляться в этой игре. Но, наверное, в Лигу Мастеров хотя бы, даже не знаю, может быть, в Лигу Мастеров одна звезда, все-таки мы сегодня попадем. Но вот удержим ли мы позиции, я не знаю, потому что в понедельник, ребята, я работать буду с утра. И, как ты понимаешь, меня не будет ни на бусте, да, ни, как говорится, перед ним. То есть в понедельник просто не смогу вообще зайти в игру. Так что сегодня как бы нужно поднапречься, если мы хотим оставить хотя бы за собой позицию Лигу Мастеров. Да и то еще неизвестно, дойдем ли мы. Так, ну что, давай, наверное, мы сделаем поединки 3 и 10. Так, для этого нам понадобится... А для этого нам, кстати, понадобится, знаешь что? Слэш уже прокачан, но нам... А знаешь, что нам надо будет? Так, 29. Блин, у нас мутагена мало, ё-моё. Ну что, я обещал вроде бы прокачать кроликов. Так что давай. Начнем тогда по скиллам прокачивать именно их. Так, поехали. Геймпад. Нужно 4 штуки. Насколько я помню. И, как всегда, вечно с ними проблема. Они просто не хотят искаться. Так, это второй. Этот джойстик, это совсем не то. Ну что вы, а? Так, третий. И последний, пожалуйста, плиз. Есть. Так, 4 геймпада. И 10 ящиков с инструментами. Но это, наверное, уже, ребят, полный, как говорится, поиск уже будет в следующей серии. Так, мы, по-моему, задание сделали. Давай-ка мы заберем награды здесь. И поднять уровень персонажа. Ну, мы, в принципе, после арены можем посмотреть. Может быть, мы 20 тысяч мутагена с тобой набьем. И тогда сможем слэша прокачать. Тем более, здесь еще есть мутаген. Так, погоди секунду. Классическая бойня. Мне нужны... Ребята, мне нужны телепорты. Покупаем. Так, 297. Ну и прекрасно. 297 телепортов есть. Классическая бойня. Подожди, может быть, нам лучше все-таки здесь. Давай попробуем здесь. Обидно, конечно, что сразу же по 4 телепорта ты выкидываешь в трубу. 4. Это очень много. Как по мне, это очень много, ребят. Есть, эксперт снаряжение получили. Ну и здесь можно еще две попытки крутануть. Ну, как-то так. Ну что, сыр закончился у нас. Здесь нам больше нечего делать. Поднять уровень персонажа. В общем, пошли тогда на арену. А Лига Сёгунов, как ты видишь, у меня 2 звезды. Еще не факт, что мы дойдем с тобой вообще до Лиги Мастеров. Последний раз, когда играли, очень медленное было продвижение. Ну, прям вообще еле-еле продвигались. Так что сейчас просто посмотрим, как у нас это будет получаться. Даже если я вдруг зайду в Лигу Мастеров, одна звезда, там нужно брать хотя бы позицию, ну, я даже не знаю, наверное, полтинник как минимум, чтобы 50-е место было. Потому что мы прекрасно знаем, что могут тебя скинуть, и все.
Вот смотри, 16 место было, 7 получаем. То есть получается, мы всего 9 ступенек здесь пролетели. Это очень мало. Это очень-очень, еще раз повторяю, мало. Раз, два, три, четыре. Ну, Бакстер, давай. Сотый уровень Бакстера, в принципе, со своей смертельной волной, да, или с призовом маузеров, он должен здесь разобраться, в принципе, на изи. Ха, вот тебе и изи. Все равно оставляет он в живых многих ребят. Упс. Так, погоди. Что-то пошло все не по моему сценарию, если честно, вообще. Так. Ага. Да, странно, что Бакстер не смог добить 56 уровень. Или какой там, 58. Угу, Лига Сёгунов 3 звезды. Шикарно, ребят. Так, ну что, попробуем. Давай все-таки взять и возьму Леонардо. Возьмем Леонардо и... Раз, два, три, четыре. По-прежнему, ребят, состояние какое-то не ахти. Горло болит. Голос севший, наверное, слышно это, да? Вот, и в то же время пока температуры нету. Чувствуешь себя как разбитое корыто, но температуры нету. Насморка тоже нет, хотя говорю в нос. Не знаю. Пока держимся, пьем всякие, не то что даже таблетки, а вот эти вот порошки, знаешь, Фервекс, Анвимакс, вот такие вот. На них, одним словом, пока держимся. Ну и, соответственно, Аквамарис. И знаешь что, такая вот штука есть, которая называется Полидекса. Блин, какая же она противная. Она в нос, да, ребята, в нос пшикается. Но именно для промывания и для обеззараживания, по-моему, это самое то. Можно, конечно, привыкнуть к странному вкусу. Вот, если особенно хочешь выздороветь. Так, минус Майки. Давай, наверное, мы уничтожим Роквелла. Ну и Донателло остался. Готов, хлопчик. Так, и двигаемся, конечно же, дальше. Так, с 83-й позиции мы перемещаемся на 73-ю. То есть 10 ступенек мы пролетели. Ребята, не могу зайти в Драконы Всадники Олуха. Не могу, просто вылетает уже... Ну, сколько попыток было? 3 дня, и за 3 дня ни разу, ребята. Хоть и обновлял, и что там только не делал, ни в какую. Меня это уже, честно говоря, раздражает. И непонятно, по какой причине я не могу зайти. И, по-моему, это только у меня такое происходит. Так, Шредер хиляет. Да ладно. Блин, сейчас звезданет, прикинь. Офигеть. А тебе не кажется, что... Блин, зря я это бросаю, у них иммунка висит. А тебе так не показалось, что... Да блин, кролики... Просто, ребята, иммунитет с них... Ага. С них не снять. О, бомбочку бросает. Все, ребят, Хана потеряли. Да. Я, честно говоря, думал, что Макмен все-таки справится. Ну, я рассчитывал на то, что Макмен сможет хотя бы кого-нибудь... Да даже не кого-нибудь, а именно всех подбить. А так мы с тобой теряем двух бойцов. Офигеть. Вот я и понадеялся на Макмана. Мне такое впечатление, что они усложнили задачу мне. Именно по прохождению арены. Ну какого леша 61 уровень я не смог разбомбить соткой? Такого вообще давно не было. Не понимаю. Так, Армагон, давай. А мы еще хотим с тобой попасть в Лигу Мастеров на 50 место. Как ты тут пробьешься? Ну вот как? Нереально. Просто нереально. Давай, Валуном, не будем с ними тут долго сюсюкаться. Все, забомбили. Очень интересно.
Так, 58-я позиция. 58-я. 16-22. Возьму кожеголового. Раз, два, три. Блин, кожеголовый один, наверное, не справится, мне кажется. Давай возьмем на всякий случай. Кого? 96 уровень слэша возьмем. Давай так попробуем. Ну-ка. Ну, по крайней мере, он муху уничтожил, а я думаю, что кожеголовый добьет уже. Да. И вот, кстати, на 67 уровне, когда я брал вообще двоих персонажей, чтобы разрулить ситуацию, такого давно не было. А сейчас вот приходится такое делать, потому что враг силен. Враг силен не по годам. Вот давай посмотрим. Крэнк, по идее, ребят, должен справиться со всеми на изи. Только за счет своего вот этого луча. И не говорите, что он сейчас не сможет их всех подбить. Проверяем. Так, выпускает луч. Нет, Крэнк как был силен, так и остался. А что ж тогда с остальными-то все? В чем проблема с Макманом? Не понимаю я. Может быть, он просто попался таким противником, у которого классовое преимущество было? Такое может быть же. И поэтому мы как бы проиграли. Ладно, давай возьмем провокацию. Крик души. Тут надо Донателло вырубать как можно быстрее, потому что он хильнется. Воу, Донни, да ты в ударе сегодня у нас. Это, конечно, хорошо им прописал, мне понравилось. Это он смачно звезданул. Так, 27-я позиция. Возьму, наверное, Усаги здесь. И раз, два, три, четыре. Ну, я думаю, что Усаги должно хватить нам одного. Плюс его крученный удар с возможностью наложения постепенного урона. Давай проверим. Есть. Так, а смотри-ка, носорог все-таки выжил, друзья. Но это ненадолго, конечно, но сам факт. И причем ты видел, сколько у него было здоровья? Почти половина хп. Почти, ребята, половина хп. Так что Усаги почему-то вот не смог у меня пробить Рокстеди. Итак, 17-я позиция. Ну давай. Раз, два, три, четыре, пять. Чисто 70-ников взяли. Против 67-х каких-то. 65-х, 68-х. Ага. Так, кого бы тут вырубить? По идее, Бакстер нужно вырубать. Чтобы он тут не применял свою массовую атаку. Пиу. Не завалил он Мондагека. Наш пульверизатор. Упс. Да ладно. Сейчас, наверное, что-то будет, ребята, очень-очень плохое. Ну? Слушай, Сплинтер, ты заколебал. Кого лучше пробить? Наверное, Сплинтера попробовать. Да! Все. Все, ребят, Сплинтер... Ой, Сплинтер. Пульверизатор допрыгался. Какой же он ватный, а какой же он бесевый этот... Пульверизатор этот Тимати, я прям не могу. У меня слов на него не хватает. Да, сфейлили, просто сфейлили напрямую целую катку. Лучше, блин, не придумаешь. На ровном месте просто взять вот так вот и сфейлиться. В общем, ребят, конец года у меня какой-то получился вообще не алло. Целый год у нас нормально все было. Бустились, ускорялись, побеждали. И тут на тебе. Но в принципе я могу сделать себе небольшое оправдание. Оно заключается в том, что я сейчас достаточно приличное количество времени уделяю своему второму каналу, где мы проходим игры на ПК и на
консолях. Ну, в общем, как бы в ту стихию. И я, наверное, понимаю, почему я так сделал, ребят. Это сделано для того, чтобы, наверное, разнообразить. Разнообразить контент и как бы немножко отдохнуть от рутины, от одной и той же повседневки, понимаешь? Ну, как бы вот так себя я оправдываю в этом случае. Так, ну что, главное, ребята, мы перешли в Лигу Мастеров. 50-е место я, наверное, вряд ли, конечно, смогу забрать здесь. Хотя очень хочется. Давай-ка возьмем Армагона, например. Раз, два, три, четыре. За счет одного Армагона можно, в принципе, пробиться на полтинник. Сейчас мы это все проверим. Видишь, Армагон просто с удара всех в смятку выносит. Так, здесь у нас, ну, 80-е место. Ёк-макарёк. 80-е место. Раз, два, три, четыре. Сколько у нас там еще? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще не включая вот этого, два поединка всего лишь. Нет, полтинника не будет сегодня. Будет 65-е, вот такое где-то место. Но 50-е вряд ли мы возьмем. Обидно, досадно, ну ладно. Ну-ка, какое? 70-е. Только в том случае, ребят, если мы сейчас будем брать с тобой по 10 ступенек за поединок. В этом случае мы с тобой выйдем ровно в полтишок. Ну, в принципе, Армагоном это можно сделать. Армагоном это можно сделать, потому что он бьет без промаха. Как ты видишь, идеально побеждает противников. И сейчас давай смотреть. 60-ю позицию дают нам? Вот обязательно нужно было дать 60, блин, первую, а не 60. Вот что ему, как говорится, помешало дать мне? Жулик. Жулик-крохобор. Ладно, давай, бомби. Тут вот нормально всех бумпнул. А там вот надо было дать мне на одну единичку меньше, чем полагается. Ну что, ребят, 51-я позиция, в принципе, я считаю, неплохо. Если удержать ее до понедельника, до буста, то мы получим хоть немножечко осколков, которые нам нужны. Так, а теперь я посмотрю, сколько мутагена. 29 400. Где мой слэш? Понятно. Ладно, давай тогда зайдем сюда. Раз уж такая плясочка пошла. Нам мутаген нужен? Нужен. Там не хватает всего лишь 200 единиц мутагена. Так что сейчас, после этого поединка, нам должно хватить. Ну давай, давай, давай. У нас даже 300 здесь единиц. Ну, а теперь идем. Да, друзья мои, наконец-то слэш у нас получает 97 уровень. И 3 уровня им еще нужно поднимать до сотки. Вот так вот. Турнирная арена. Награды у нас в Лигу Сёгунов одна звезда. Точнее, Лига Мастеров дается 55 осколков. Ясно, ну хотя бы 55 получить уже будет, ребят, нормально. Ну что, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.